У картинной галереи Гаурила Ващенки стартует новый выставочный проект «Я мастак, я так бачу». С 18 лютого по 31 соковика жыхары Гомельской области могут представить уласную творчую работу у зале галереи. Обмежеванняў до техники выканання няма. Это может быть картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен альбо авторская лялька. Патрабаванняў до узросту удзельнікаў и узроўню майстерства организаторы так само не ставят. От одного автора прымаюць не больше, як три работы.